Иран ответил на обвинение Израиля встречным обвинением. Тегеран отрицает причастность к теракту в Болгарии и подозревает в организации взрыва израильские власти. С таким заявлением выступил на заседании Совета безопасности ООН посол Ирана. Мохаммед Хазаи заявил, что Исламская республика осуждает терроризм в любой форме и не имеет никакого отношения к подрыву автобуса с израильскими туристами в городе Бургас. Он прямо указал на Израиль как на возможного организатора теракта и напомнил о покушениях на иранских ученых-ядерщиков. Хазаи отметил, что обвинения в адрес Тегерана прозвучали с израильской стороны спустя всего несколько минут после теракта в Болгарии. Это заявление иранского дипломата стало ответом послу Израиля. На том же заседании Совбеза Хаим Ваксман повторил обвинения, которые Мохаммед Хазаи назвал безосновательными. Через несколько минут после теракта в Болгарии Израиль официально объявил Иран в причастности к нему. Мы осуждаем любые террористические действия, и я четко заявляю, что мы не связаны ни с болгарским терактом, ни с какими-либо подобными инцидентами. Этот террористический акт мог быть спланирован только тем режимом, чья короткая история полна терроризма и убийств. Я могу привести сотни примеров, как этот режим убивал своих граждан на протяжении десятилетий. 18 лет тому назад в Аргентине, в Буэнос-Айресе, при теракте в еврейской общине погибло 85 человек, сотни были ранены. Иран, который является членом ООН, несет ответственность за это вместе с организацией Хезболла. Теракт в Бургасе повлек смерть 6 человек, ответственность за него несут опять Иран и Хезболла.